Сегодня 12 апреля 24 года. Я вот такая у нас клумба красивая. Это гранат. Он спускается. Так, я начал вчера делать зону барбекю. Здесь у меня был такого типа хлам, вот могу расчистил, и сейчас у меня задача такая. Вчера я поставил маяки, вот, маяки такие, зафиксировал уровень и выбрал всю землю до твердого основания цапкой, шпателем, ведрами, измельной силы. Ну, углубил ниже маяков примерно где-то сантиметров 10-15. Здесь вот хорошо видно. Кирпич лежит. Ну, это 10 сантиметров. Выровнял сегодня с утра круглыми камнями, галечником. У нас делали газ, по улице проводили и копали траншеи. Вот я насобирал и сейчас использую. Так, ну что, я сейчас закончу закладывать вот этот остаток, там немножко осталось. Я сижу. Ну что потом? Потом под напором. А вот это еще осталось здесь. Вот. Под напором помою камни от пыли. Чтобы пыль тут достаточно много. И сегодня будет просыхать. А завтра, может быть, на днях, когда просохнет, сделаю бетонную смесь, песок, цемент, мелкая щебенка. И сделаю ровно из эту поверхность. 2,60 и 2,60 примерно получилось. В перспективе здесь у меня будет в этом месте мойка, здесь будет разделочный стол, здесь у меня будет, ну, печка, так скажем, барбекю комплекс, и в этом углу я планирую сделать духовой шкаф поставить. То есть зашел, у меня здесь такой будет маленькая кухня на свежем воздухе, где можно будет варить варенье на дровах, ну, несколько дров, жарить рыбу, делать пирожки в духовке, ну, такого плана. Вот сейчас пойду опять за камнями, заложу вот эту вот ямку. А, да, сейчас еще не сказал. Сверху будет у меня, перед тем, как я буду заливать бетон, сетка уложена металлическая. И чтобы не было растрескания в последующем. Ну, так, в принципе. Вот, надо закончить засыпку.